Борис Дубровский сегодня встретился с Ольгой Фаткулиной. Глава региона поблагодарил спортсменку за олимпийское серебро. Исполняющий обязанности губернатора вручил Фаткулиной сертификат на 2 миллиона рублей. В ответ конкобежка подарила Борису Дубровскому олимпийский сувенир. Кстати, это уже не первая торжественная церемония для Ольги за последнее время. Накануне Дмитрий Медведев вручил спортсменке ключи от Мерседеса. Сегодня утром Ольга Фаткулина дала интервью нашим коллегам из программы «Автострада». Журналистам конкобежка рассказала о подарке премьер-министра. Это очень сейчас такой актуальный вопрос, как где-то раконить машину до Челябинска с Москвы. Но вы сами не поедете? Нет, конечно. Денежными призами отметили и других южноуральских олимпийцев. За участие в сочинских играх они получили по 345 тысяч рублей.